озвучил Майкл Кинт. Заходите. Вау! Бог ты мой! Добро пожаловать в комнату-пирамиду. Кто-нибудь из вас раньше проходил эскейп-рум? Только я. Круто, добро пожаловать. У вас будет только час, чтобы найти все подсказки и сбежать. Так что удачи и хорошо повеселиться. Круто. Ух ты! Давайте искать подсказки! О, может здесь что-то есть? Народ, сюда! О, да, я пройду эту гробницу, как Индиана Джонс! Я тоже кое-что нашел. Добро пожаловать в древнюю гробницу Рамзеса III. Здесь много сокровищ, но вы не должны поддаться искушению, если хотите выбраться. Ау! За что? Тут как-то пожестче, чем в других эскейп-румах. Ты в порядке? Да, в норме. Ау! А я даже ничего не делал! Тут записка. У вас 10 минут, чтобы найти антидот. Думаете, это по-настоящему? Что-то мне нехорошо. По-настоящему! О боже! Ищите антидот! У, я что-то нашла! Это ловушка! Попробую снова. Может, третий раз? Что? Нет! Почему здесь так много змей? Почему они настоящие? Это должно было быть в сценарии! Одна из них уволокла Стейси! Еще 9 минут! Стейси! 8 минут 45 секунд! По крайней мере, хуже уже не будет! Но по крайней мере, вот сейчас уже хуже не будет! Определенно самая оптимистичная группа придурков. И мы все сдохнем здесь. Ну, хоть Стейси выберется. Стейси! Еще 6 минут. Что нам делать? Я снова попробую со змеями. Уитни, нет. Я же тебе сказал. Тебе ж сказали. 4 минуты. Сдохну в этой квест-комнате побега, так и не сбежав! Народ, я жив! Вы победили! Никто никогда не думал нажимать на рычаг со змеями 5 раз подряд. Серьезно? Никто никогда не выбирался? Никто никогда не выживал. А теперь помогите забросить этих змей обратно на потолок. Перевел и озвучил Майкл Кинг по оригинальному скетчу Studio C. Больше прикольных видео вы найдете на моем канале и в моей группе ВКонтакте. Все ссылки также есть в описании. Всем спасибо и всем хорошего дня. Gosh, leave me alone. Snick of the snick.